Нарежечки. Каждую неделю новое обновление на CSGO. Ура! Залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Да че, а чем заслужил ты? Я себя плохо вел в этом году. Да, вон, смотри, есть. Кайф. А мы как раз начали, короче, смотреть. И это, я решила ему подарить лего, чтобы он... Что? Мать, ты ебанулась, мать? Подожди, мать, ты с ума сошла? Нет. Мать, ты с ума сошла? Нет, ну да что? Ты миллионы зарабатываешь? Это наоборот, пацаны дарят девушкам айфоны, чё? Ты чё, я должен теперь на Новый год подарить? Какая анютка. И это даже... Ай-яй-яй. Ты чё, ебанулась? Ты чуть-чуть пораньше, я бы не выдержала столько тебе любимых подарок. Это просто пиздец вообще. Какого хуя? Мне айфон дарил только отец и ты. Что за хуйня вообще? Я не верю, блядь, что за хуйня? А, нет, напиздел. Мне айфон пацаны подарили еще. Блядь, какого хуя? Ань, ну это же ебать как дорого. Ну пиздец вообще. Это потому что у меня вот такой... Слышишь, это эмоциональные качели, короче, лего... Потом коробка от айфона, а внутри носки будут. Я проверю. Альфонс, блядь! Так, не говорите мне такого. Я тоже забочусь и тоже трачу на свою женщину дохуя денег. Так что... Видите, все возвращается. Ебать! А, вот что ты меня просила мою кредитку тебе скинуть. Ты офигел! Ладно, ладно. Нихуя себе! Да ну нахуй, блядь. И цвет, который я хотел. Реально? Да пиздец вообще. Я думаю, я переживала, что тебе цвет не понравится. Охуеть. Потому что ты сам себе не купишь. У тебя два телефона фулл разъебанных. Ну, это факт. Сам бы я себе не купил, бля. Мне это жалко. Было бы да. Углом, да, ну, я как. У меня как это работает? Ну, он функционирует, функционирует. Ну и хуй бы с ним. Ну, он-то разбит и разбит. У меня даже у меня даже iOS-ка здесь вот такая. Чего старая. Мне просто. Блять, охуеть, Анька, спасибо большое. Это пиздец. Пожалуйста. Вообще. Я не ожидал такого. И она мне говорит перед стримом, я, бля, ебануто перепугался. Говорю, что я сейчас стрим буду запускать. Он говорит, давай, мне надо сейчас прийти, нам надо с тобой поговорить. Я такой, да ну нахуй. Да ну нахуй. Я не собирался становиться отцом так рано. Че? Я думаю, блядь, что случилось, надо поговорить. Вот и поговорили. Расстаться с тобой пришла, ты бы в этом не подумал? Подожди, подожди. Еще не весна. Спасибо, солнце большое. Пожалуйста. Охуеть. Ты не представляешь, как... Я в ахуе, что ты мне лего подарила. Просто пиздец. Блядь, ты не представляешь, там кенты, которые вот это делали, мы резаком вот это все поднимали. Они такие, такие мы еще никогда не занимались. А, засовывали туда телефон, потом все это склеивали. Они там просто все это собрались, такие, блин, вот это капец, вот это круто вы придумали. Ебать. Спасибо тебе большое еще раз, блядь. Да ну нахуй пиздец вообще. Охуеть, блядь. Да, отрабатывать придется.